Их встречают аплодисментами. В актовом зале 6-й школы торжественное мероприятие «Последний звонок». Выпускники решили отблагодарить своих педагогов праздничным концертом. Экзамены, да, предстоят вам. Я надеюсь, да я даже не надеюсь, я уверена, вы их сдадите хорошо, потому что подготовка у вас была серьезная. Ну, а Роснефть-классу, надеюсь, что мы эти 2 года не прошли зря, и мы помогли вам с выбором профессии. Новое для нашего города направление – Роснефть-класс. Саратовский нефтеперерабатывающий завод готовит потенциальных сотрудников для предприятия уже со школы. Последние 2 года учебы ребята изучали химию и физику по особой программе. К нам приходят преподаватели из вуза, которые преподают нам как химию, так и физику, и математику, которые готовят нас на более высокий уровень, который уже будет в университете, и мы уже знать будем, что нас ждет там. Больше всего мне запомнилось, когда нас проводили экскурсию по всему заводу. Вот. Меня поразило, конечно, масштаб всего завода, то есть такие установки тяжелейшие. Это второй выпуск специализированного направления в нашем городе. Учеба в этом классе – первая ступень программы «Школа-вуз-предприятие». По словам самих школьников, почти все собираются продолжить обучение по этой специальности в университетах. Уверены, что полученных знаний им хватит для поступления в самые престижные вузы страны. Екатерина Молчанская, Олег Буланов, новости «Телеобъектив».